Дьявол только до времени может нас покинуть, а целиком он не отойдет. До смерти он все время будет где-то рядом. До времени – это значит, нам нельзя расслабляться и понимать, как сказано в Писании, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого ему поглотить. И если он от нас отступает, то до времени. Но иногда мы становимся сами, как рыкающие львы против дьявола, и он убегает от нас. В каком случае? Святые отцы говорили, если ты, христианин, причастился тело и крови Иисуса Христа, и ты выходишь из храма, бесы с визгом разбегаются от тебя, ты для них как рыкающий лев, потому что они боятся того Христа, который обретается в твоем теле, в твоей душе, в святых дарах собственного тела и собственной крови.